Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной интересный тест. Буду я тестировать фрейку, потому что многие спрашивают, какая же фрейя топовая, многие спорят. И на сегодня единственный вариант, как по мне, это стойкость. Именно такой мы будем тестировать, только с разными эмблемами. Одна эмблема у нас будет Вера, ну одна из топовых. Я на максималке тестирую. У нас будет обряд лечения, я полностью ее переделал. Герой у нас с уклонением. То есть стойкость плюс истинная Вера. И второй вариант — стойкость плюс маскировка. То есть два таких вот варианта мы сейчас будем проверять. У нас хорошие сегодня топы и разные вариации дефов. Это будет интересно посмотреть. Поехали, посмотрим, где какая лучше и для чего какую качать. Давайте смазка изначально. Сможет ли она выстоять? Так, 1.9.3, то есть это непростые, это максималки уже идут. Непростые игроки. Давай, грузись. Так, есть лисичка, стрелок, зефир, обушка. В общем, все дела. Поехали. Начинаем с этой. Это у нас еще и фрейка есть. Это у нас с маскировкой. То есть стойкость плюс маска. Нету питомца, потому что питомцем потом будет, ну, по сути, цеп. Для добивания зданий. Мне интересно, что у нас по времени получится. Ну, как видите, со стойкостью самый лучший вариант. То есть тут, в принципе, неплохой атакующий вариант. Точнее, дефный вариант героя. Единственное, нету молчанки очень много. Землеройки не хватает. Так, вот она ушла в инвиз. И пошел отхил. В принципе, этого должно вполне хватить. Но нету землеройки. Сейчас поищем. Там есть еще противники с землеройкой. Зефир с воодушевлением. Ворожай, стрелок. Ну, в принципе, и стрелка хватает. Тоже дамага нормально от орнитоптеров, и получается, ну, отхиливается, не знаю, убьют, не убьют. Если она выстоит где-то 2.5 минуты, то есть это означает, что в принципе она соло может его пройти без проблем. Ну, видите, она отхиливается, на фул отхилилась без проблем вообще. Супер. Такой вариант держится. И хилит себя. То есть стойкость, чтобы было побольше жизни, чтобы она пораньше у вас включилась, однозначно лучше всего. И маскировка, если у вас там миллион, то она будет там на 350к включаться. Если у вас будет 500, то она на 150к. То есть все зависит от того, сколько у вас жизни. Плюс у нас еще обряд лечения, который увеличивает дополнительно там на сколько? На 60, если я не ошибаюсь. Посмотрим. Ну, здесь она выстоит. То есть без проблем с маскировкой на такой вариации. Что у нас притормаживает? Так, сейчас я гляну. процентов 8% от хила. Так, поехали на второго топа. Ну, в любом случае с маской либо с этим надо единственная стойкость. Вот. Что на сегодня хорошо для фрей, если вы хотите ее использовать на битву гильдии, это огромное количество жизни. Блин, что оно тупит? Как обычно. Как обычно, что-то пошло не так. Сейчас я перезагружу.
В любом случае, если у вас уже фрея набивает процентов 50, и у вас есть нормальный рез, это либо седна, либо дерево, но я не говорю там о барде, если у вас есть бард, вам этого всего не надо, то в принципе вы пройдете любого топа без проблем. То есть несколько добивающих еще героев, и никаких проблем у вас не будет. Так, поехали на второго. Тут у нас есть тоже есть лисичка, есть землеройка уже. Поехали, нападаем. Ну, вам видно жизнь. Тут, конечно, меньше, я смотрю, этих. Ну, тут есть один просто обычный герой. Я не знаю, убьет она, не убьет его. Наверное, не ушатает. Вот почему маскировка в большинстве случаев, там, где есть землеройка, не актуальна у вас будет. Ну, здесь даже меньше автопрокеров. Здесь у нас только получается лис и землеройка бьет. Ну и зефир с водушкой, остальные не бьют. Но посмотрите внимательно сюда. Ее ушатали даже за меньше, чем за минуту. Это один землеройка, по сути, и зефир. Не знаю, сейчас еще поищу, может где-то еще найду. Обушка, ворожей, зефир. И мало кто ставит землеройку. И зря. Так, 700. Вот еще лям 500. Смотрим здесь. Мэри. Фрэнк. Вот опять есть землеройка. Отлично. Благодаря стойкости герой у нас получается так в раза два дольше, наверное, стоит, нежели все остальные. Так, но тут нету у него отхила, что ли. Смотр, смотрите, здесь смотр шатает просто. Да, у него нету ворожея на дефе, это вообще бред. Ну, в таком варианте, когда нету подхила и слили мы Фрэнка, и слили землеройку, то, в принципе, мы сейчас будем уходить в инвиз и хилиться, я думаю, да, вот. То есть тут деф у нас не очень. Ну, там, где вот землеройка был более-менее хорош с ворожеем, самый оптимальный вариант. Так, отлично, землеройку вижу, но опять же с водушкой, отлично. Поехали, нападем сразу через фрею. И ворожая есть, отлично. Единственное место, я не знаю, последнее время огника я даже у себя не ставлю, да, он бессмысленный, как по мне, до него. Через него не бегают, он не автопрокер. Толку очень мало. Здесь, как видите, от лисы у нас прилетает уменьшение от хила, но по сути мы и не бьем, мы в заморозке стоим. Плюс молчанка прилетает, вообще никакого варианта. Тут чисто интересно по времени посмотреть, сколько же она продержится. Это опять же относительно, потому что миссуют по нам рандомно, скажем так. Плюс-минус там может быть 10-15 секунд. Ну, она в инвиз, как видите, не уходит. То есть маскировка против молчанки не актуальна. Если мы рассматриваем именно битву гильдий. Конечно, смотря какой топ. Минута 42. Такс, теперь делаем по-другому. Теперь ставим сюда вот такой вот вариант. Поехали. По тех же самых пробежимся по трем топам. Еще думаю, возможно, с выживанием потестируем. И есть еще один даже вариант.
Такс. Ну, ладно, подаем где-то оттуда же. Что у нас в данном случае? В данном случае у нас 2 секунды, то есть по сути 2 с 5 у нас весь входящий домах превращается в отхил. Ну, то есть по сути не уяз. В некоторых моментах это тоже казалось круто. Вот я тестировал, бегал. Все зависит опять же от того, кто против вас. Если против вас лис, как вот здесь, нету молчанки, то первая сборка с маскировкой будет тоже неплохая, потому что вы видели, что с маской она стоит намного круче. А в данном случае смотрите сами, что у нас будет. Проседаем, конечно, мы очень медленно, то есть убивают. Ну, по сути, нам надо 2,5 минуты, это потолок для того, чтобы развалить полностью все здания. С маской она будет стоять намного дольше против этого, а вот с истинной верой не так все просто именно на этом варианте, потому что у нас есть понижение от хила, то есть, соответственно, истинная вера из-за недомогания работать толком не будет. Но это, опять же, я вам показываю одного героя, которым можно проходить. В итоге, что мы имеем? Ну, мы забежали, конечно, в центр, можно было бы и дольше, где-то 2,5 минуты. Можно юнитами отвлекать, но мы берем самый такой 1,5 минуты на этом противнике. Ну, такое. Маска против такого, там, где нету молчанки, будет тащить. Теперь поехали сюда. Точно так же нападаем. Здесь есть уже молчанка. Вот плюс сейчас истинная вера может быть то, что она его еще развалит за счет чистого удара. У нас еще и смотр есть. Надо было его исключить. Вот такой он у нас. Такой же, как и там, в принципе. То есть в идеале, как видите, маскировка здесь не сработала. Это тоже здесь, ну, такое себе. То есть, чтобы особо круто было, против лисички нет, потому что она режет отхил. Не было бы у нас лиса сейчас, мы бы затащили, наверное. Ну, тот же самый вариант. Минута продержались и все. Поехали еще на третьего. Вот такая вот Фрейя такой сборки. Очень круто держалась на атаке фортов. Ну, там был супер питомец. То есть за счет супер пэта она действительно становится неубиваемой. Так, что-то я не туда побежал. Не оттуда напал. И такой вариант тоже крутой против Мэри, кстати. Мне тоже понравилось. Почему? Потому что получается весь входящий дамаг от Мэри, она пробивает ее защиту, превращается в отхил. Ну, если, конечно, попадет по кулдауну. Но зачастую такое бывает. Ее реально очень сложно слить. То есть, как видите, этот вариант это то же самое, что мы поставим выживание. Без супер питомца этот герой, ну, такое себе. Только единственное, когда будет супер пэт и ваше уклонение перевалит там за энное количество, это будет круто. То есть, именно с супер питомцем плюс вот этот вот, эта эмблемка, это будет реально то. Ну а когда против вас лисичка есть, которая попадает, уменьшает отхил, и куча героев, которые режут недомогание на битве гильдии, я не знаю. Ну, немножко дольше она продержалась. Не совсем много, но немножко. Можно, конечно, это все дело отвлекать юнитами, забирать там скилл Алиса на юнитов, чтобы он не попадал, соответственно, будет включать отхил. Но я вам просто показываю, какая же все-таки универсальная. То есть маскировка тоже классная, но на маскировку есть молчание, маскировка вообще не актуальна. Такс.
Хорошо, с этим протестировали. Поехали, следующий тест. Вот такое вот сделаем. Что нам дает выживание? Оно, по идее, должно у нас отхилить на full. То есть отхилить и 3 секунды сделать героя неуязвимым. Но опять же есть очередной минус. Это недомогание и лисица, а по сути то же самое недомогание нам скиллом накидывает. Ну, больше всего, наверное, роль здесь играет именно жизнь. То есть надо героя, если вы хотите, чтобы у вас Фрея выносила хотя бы там процентов больше 50, реально стойкость ставит. Самый оптимальный вариант. На десятке, если прокачать, это дохренище от хила. Не от хила, а хп. Ну вот с выживанием довольно-таки неплохо себя чувствует. Но, как видите, лис режет, все-таки очень сильно режет от хил. Но тоже держится более-менее неплохо. То есть это по сути то же самое, наверное, если брать то же самое, что и истинная вера, где-то плюс-минус. Просто истинная вера еще там дает отхил вам от ударов плюс-минус и не дает проходить дамагу. И здесь то же самое, там 3 секунды герой неуязвим, просто отхила нет. То есть где-то плюс-минус они одинаковые. Маскировка у вас, когда будет молчанка, она вообще работать не будет. То есть, по сути, у вас все время по герою будут попадать. И ни отхила нифига нет. То есть, единственный вариант маскировки, это если у вас обряд лечения, она уходит в инвиз, за счет этого она получает отхил. Ну, либо же вспомогательные герои. Ну, а так, как видите, вот на таком варианте то же самое у нас. Молчанка проходит, недомогание и толку в сути никакого. Но здесь странно как-то. А, мы лисичка не включилась. Ладно, не на этого пойдем, пойдем. Вот сюда, здесь интересней. То есть, как видите, разные варианты дефа и подходят разные сборки. У чего-то универсального прям мегавау нету. Любая сборка будет хороша, просто вот разные варианты дефов, и под каждый вариант надо иметь определенную эмблему. Ну, здесь тот же самый вариант, то есть она, наверное, продержится, я не знаю, ну, посмотрим сейчас, в районе минуты, не больше. Это при том, что здесь я, наверное, поменял бы вместо огника, поставил бы Франка сюда. С Франком реально было бы круче. То есть где-то минута 45, как, наверное, с этим. С истинной верой она продержится. Ну, в принципе, не минута 45, а минута 15. Этого вполне хватит, если вы реснете седно ее на фул, чтобы добить полностью все здания. То есть этого вполне хватает. Это я вам говорю уже, как если вы будете воевать против топа. То есть там будут топовые прокачки. Так база обычно сносится намного быстрее. Ну, то же самое, плюс-минус. Все уже от миссов зависит, минута 40. И теперь у нас будет, ребятушки, самый интересный еще третий вариант. Можно либо такой вариант, но здесь у нас увеличение крита, нам особо оно не поможет.
Сейчас я сделаю. Удожились, не хватает камешков. Сейчас я сделаю третий вариант, четвертый, точнее, вариант. Что нам данный вариант дает? Ну, можно там другие использовать. 170% жизни сверху накидывает. И снятие бафов с трех ближайших вражеских героев. Ну, это такое. Самое основное — это жизнь. У нас получается сколько? 200... 230 отсюда, 170 оттуда, плюс обряд лечения. То есть у нас, по идее, получается довольно-таки живучий танк. Ну, конечно, Мэри это все дело может очень быстро понерфить, но нам этого должно хватить, чтобы выстоять необходимых 2 и 3, я думаю, без проблем. Но посмотрим сейчас, как оно пойдет. Хотя, в принципе, с другой стороны, у нас нету здесь... Да, оно очень быстро. Ну так, держится, конечно. У нас нету здесь никаких дефов. Но, по идее, герой должен держаться неплохо. Не, все-таки проседает. Ну, стрелок. Дофигища водушек. Не прокатит здесь этот вариант. Хотя я надеялся, что реально поможет. Минута, то есть максимум 2 минуты здесь она простоит. Фигня. Лучше первых три варианта. Пока лучше, чем они. У нас ничего нет. Опять же, недомогание. Конечно, если у вас будет супер пэт, я больше чем уверен, что многие напишут, почему ты не поставил супер питомца с супер пэтом, либо у меня такая тащит везде, всех топов ушатываю, уношу и выношу, значит, у вас немножко не тот топ, который у меня. Здесь вы уже видите героя максимальных прокачек: 14-14, 10-10, 30-е прорывы, то есть максимумы, которые могут быть. Вот это называется тест на имбовость. То есть, если герой здесь тащит, то он будет тащить, наверное, на всех остальных игроках. То есть в данном случае, как видите, вот я тоже думал, что все-таки будет самая крутая с Верой, но без супер питомца, к сожалению, нет. Супер пэтом и та, и та будет крутая, в принципе. Все больше зависит, вот многие спрашивают, что ей поставить. Все зависит от того, какой деф будет у вашего противника. Под каждый деф нужна определенная Мэри. Одна тащит там, другая там не тащит. Одна больше тащит немножко, на чуть-чуть. Вторая вообще не тащит. То есть все зависит уже от противника. Поэтому тут на сегодня у нас это еще одно доказательство того, что в игре нету никакой универсальности. Вот такой вот вариант, посмотрите. Если те там посливались... за минуту 20, да, потолок, это где-то подольше выстоит. То есть поставили немножко другую эмблему, и вам счастье, вы там продержались практически 2 минуты, потом резнули седну и добили. В общем, вот так вот, ребят. То есть под каждый деф надо определенную сборку. Минута 50. Вот так вот мы продержались дольше всего. За счет того просто, что мы добавили максимум жизни. В принципе, все. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новые видосики. Как видите, мега какой-то имбовой сборки на сегодня не существует. Каждая сборка на определенную локацию и против определенного противника. Все.
Всем удачи, всем пока.